А каму шлях да космосу здаецца вельмі доўгім, прапануем адправіцца ў цёплую Італію. Сардзінія вачыма мастакоў. Выстава з такой назвай праходзіць у гасцёўні Уладзіслава Галубка. Экспазіцыя створана па выніках падарожжа беларускіх творцаў. Яны прымалі ўдзел у мерапрыемствах, прысвечаных году беларускай культуры на Сардзіні. Усе эмоцыі, колеры ўсходу і захаду сонца, чарада фламінга, мора незвычайна бірузовага колеру, а таксама мясцовыя пейзажы. Да праекта далучыліся італьянскія і российские мастаки. Республика Беларусь и Сардиния сотрудничают уже на протяжении очень долгого времени. За это время было создано и проведено много различных проектов, но в частности вопросу культуры уделяется особое внимание. Следует отметить, что 2017 год был годом белорусской культуры на Сардинии. В данный момент в Минске проходит выставка «Сардиния глазами художников». Она посвящена белорусским художникам, которые были на Сардинии, которые увидели красоты Сардинии, которые вдохновились этим местом и смогли отобразить всю эту красоту в своих картинах. На выставе представлены творы 18 мастакоў з Беларусі, 7 з Расіі і 8 удзельнікаў з Італіі.